Сегодня в 22 часа на перекрестке Попова и 280-летия Барнаула вводятся ограничения для всех видов транспорта. Оно продлится вплоть до 2 сентября. Причина – капитальный ремонт трамвайного переезда. Водители регулярно жалуются на его высоту, так что теперь трамвайные пути сделают ниже. У нас с 16 по 21 это будет ограничено движение трамваев, ремонт производится в сторону пивзавода, а потом уже после завершения данных работ и восстановления движения на данном участке будет ограничено движение при движении трамваев в сторону станции Докучаева. Соответственно, движение трамвайных маршрутов номер 2, 7 и номер 10 будет изменено. Двойка в сторону пивзавода будет ходить по схеме Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская. И далее по маршруту. Семерка по тому же маршруту, только с Малахова в депо номер 3. Обратное направление останется без изменений. Десятый трамвай тоже будет курсировать до пивзавода через Малахова и Власихинскую. Автобусы будут ездить по-прежнему через Попова. Данил Кузнецов, День с толком.